Всем привет, ребят! Это снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить Mafia Definitive Edition. Остановились мы на том, как прошли главу под названием Bon Appetit. И, судя по всему, теперь между Сальери и Морелло будет настоящая война. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Что-то серьезное намечается. Очень серьезное. Думаешь? Морелло пытался убить Дона. Ни Томми, ни Полли, ни простого бойца. Самого Дона. Начнется война. Я готов ко всему. Хорошо бы. Эй, тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, Том. Отныне мы на войне. Даже как-то ощущается это все. Все об этом говорят. Кстати, по заданию нам нужно подняться наверх к Сальери, то есть на второй этаж. Кажется, сегодня все спокойно. А я-то думал, где Луиджи? Даже бар закрыт сегодня. Да, мы сейчас пройдем в его кабинет. Как жизнь? Все путем? Охрана должна быть на ногах круглые сутки. Здесь, на складе, на всех наших предприятиях. Что будет с теми, кто платит нам за защиту? Давайте послушаем. Война, все ресурсы нужны здесь. Я запомню, кто какую сторону выберет. Все парни в сборе. Хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Позже. Сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вальнуть одного козла... До остальных быстро дойдет, что быть с Морелло вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк, Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелоти продажен, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так что... Бросить его за борт, вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в гальюн у носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелотти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь. И только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сам и Поли сейчас в доках как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том. Мы, кстати, можем зайти назад, нет? Там была карта из оригинальной мафии. И они еще в нее вглядывались. Это так символично. Кстати, нам сейчас нужно в доки. А не сразу на пароход. Я вот не помню. В оригинале вроде бы было совершенно не так. Но тем интересней. Что же взять? А давайте такую. Она, конечно, жутко неуправляемая, но... Опять речь толкает президент. А я могу поворотники врубать или нет? Потому что в оригинале вроде бы тоже непонятно. Трафик их врубает, а я не могу. Хотя я слышал, что это вроде бы возможно.
Давайте ускоримся, как только коп пропадет из виду. А потом резко сброшу скорость, если понадобится. Кстати, да, во второй «Мафии» то же самое. Речи по радио не переведены. Так что тем, кто не знает английского, они вообще ничего не поймут. А здесь рассказываются интересные вещи. И события в реальной жизни, которые происходили в то время. И из игры, да и в «Мафии» второй тоже. Там рассказывалось, например, на радио, что Генри Томасино убили. Это самое жестокое преступление из всех, которые встречались вообще в Empire Bay. Найдите Сэма. А, нет, все правильно. Мы идем на пароход. Мы едем в порт, а там стоит пароход. Все логично. Роберто Гилотти. Кстати, мы уже видели о нем статейку. Точнее, не статейку, а карточку брали. Роберто Гилотти приглашает. Незабываемый вечер на борту королевы Лост Хевена. Посадка в 15:00, отплытие в 16:00. Он точно очистит город от грязи. И вечеринки у него... Надо найти Сэма. Но здесь конкретного маркера нет, так что можно походить и послушать, что они тут рассказывают. Кстати, на карте можно вырубить метку своей машины, это более реалистично, но я этого делать не буду. Может быть, Сэм здесь? Хотя вот, я ж... Во-первых, журнал, а во-вторых, я же вижу его метку. Вот он где. Не похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай сюда. Там один матрос с парохода сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Пойду с ним поговорю, что ли? Тут, кстати, тоже... Или есть метка? Вот я не знаю, это показывает начало миссии или... А, метка есть, но все-таки нужно исследовать, чтобы ее найти. Он вроде бы жив, да? То есть, если проснется, то... Все равно уже не успеет на пароход. Всем, кого это касается, речь идет о предстоящем празднике на борту королевы Лост Хевена. Сегодня меня предупредили о вероятности покушения на мою жизнь. В силу этого безопасность вечеринки будет обеспечивать моя личная охрана. Ну, тут, кстати... Даже сказано, что у членов экипажа не будет доступа к бару. Нам нужно будет дождаться, пока он оттуда выйдет. Ребята, просто им некуда уже податься. Я знал, ты найдешь честную работу. Ничего нет. Приходится отказывать. Но не привлекай к себе внимания. Страшнее всего, когда судно отплывет подальше, найди пушку. Я могу стать уборщик... одним из них. Ты не договорил. Но не привлекай к себе внимания. Когда судно отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне. Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда Гилотти толкнет речь, шлепни его. Как оттуда свалить? Оля одолжил моторную лодку. После речи будет фейерверк. Мы подплывем, когда он начнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Шикарно выглядишь, Том. Оставь костюм себе, если не испортишь. Тебе идет. Очень остроумно, Поле, но это я должен заниматься такими вещами. Новенький.
Это мне дали такое ответственное задание. Вы бы с ним не справились. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелоти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Кстати, мы никуда не плывем, судя по тому, как стоим на месте. В оригинале мы типа плыли, но карта туда-сюда телепортировалась просто. Мне вот что интересно, как мы здесь прилюдно грохнем этого Гелоти? Если нас тут же заметят и расстреляют. Вот в оригинале была такая же фигня, и там очень тяжело было убежать. Так, это мы уже читали. Расспросите матросов об уборщике. Блин, как же я вспоминаю эту миссию из Mafia: The City of Lost Heaven. Там целый квест был. Я тебя знаю, может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Я уж думал, сейчас запалит. Слушай, морячок, вали-ка отсюда. Эй, я не понял, в оригинале здесь могли налить мне. Что за черт? Дискриминация. Машину опять сломал. Уже у него неприятности. Прямо возле Кувервиля. Да ладно, выпей и наслаждайся круизом. Кажется, на пароходе все сливки общества. Это отсылка, потому что одна из глав называется «Сливки общества». Кстати, что это? Еще одна записка? Дорогой Роберто, кстати, это письмо от Морелло. Прежде всего, прошу простить меня за то, что завтра я не смогу посетить твою вечеринку. В городе сейчас опасно, и с моей стороны было бы неразумным показываться на улицах. Он даже направил сюда своих людей, чтобы они защищали Гелоти. Так, больше здесь вроде бы ничего такого нет. Где матросы вообще находятся? Я ни одного не вижу. Может, они внизу? Кстати, а как вам маркер вообще? Походу, он залагал. Из-за того, что я вернулся назад и сбил. Кстати, показывается, как будто мы плывем. Это смешно. Ну ладно. Походу, я маркера просто сбил. Кстати, привет. С тобой нельзя поговорить? Почему-то с ним нельзя. Не знаешь, где найти уборщика? В машинном отделении, ближе к задней части. Как обычно, пьян в говно. Ясное дело. Спасибо. У меня теперь две метки на карте. Жесть. Я бы лучше перезашел тогда в таком случае. Может, давайте реально перезайду. Просто дойду до этого же места, чтобы у меня не было двух маркеров. Давайте попробуем. Ну что ж, я снова здесь. Маркер действительно пропал после перезагрузки. Это был баг. Кстати, сюда можно зайти. Может быть, и по сюжету нужно будет заходить. Теперь у нас только один маркер. И это хорошо. Так, это выход? Да. Это выход. А ты не спешил? Так, стоп, а кто ты? Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме. На средней палубе. И где корма? Прямо над нами. Палубой выше. Ключ лежит на столе. А нам точно в оригинале показывали его?
Надо будет перепройти. Если еще раз назовешь мое имя, твой труп найдут в море. Ты меня понял? Ох, ага, понятно. Зови меня Джо. Тут много кто носит такое имя. Меня не заподозрят. Надо будет оригинал пройти. И сравнить эти главы. Потому что я уже многих деталей тупо не помню. Наверное, стоит закрыть дверь, или я не могу? Ладно. Подождите, это наверху. Куда я зашел? Это на втором. Да? С той стороны. Я знаю тебя. Ты из банды Салье. Ну и что ты собираешься делать? Для начала хорошенько надеру тебе зад. Смешно. Я тебя столкну в воду. Хоть бы тревогу поднял, идиот. Давай, Томми, выбрасывай его. Или давай я сам это сделаю. Надеюсь, получится. Так, никто же не видит. Я тебя выкину. Блин, надо было в воду. Или... А, все. С ним покончено. Он даже вот застрял там. Эх. Свидетелей я не оставляю. Найдите место с хорошим обзором. Место с хорошим обзором. И при этом мне предлагают зайти внутрь. Не вижу я пока никакой связи. Да, труп никто не найдет. Я его хорошенько спрятал. А, я понял. Кстати, хорошее место. Тут есть журнал. Не хочу его пропускать, а то вдруг потом сюда не попаду больше, только если переигрывать эту главу. А, так это я буду над ними и отсюда его грохну. Ну, по крайней мере, это гораздо более логично, чем в оригинале, где нужно было смешаться с толпой. Привет, Джон. Ну как, все нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть, развлекайтесь. Том хоть бы спрятался. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. 3 года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок, жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Lost Heaven. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо. Спасибо. А сейчас будет фейерверк. Интересно, там вдали поле СМ или это просто рандомная лодка? Так, на счет 3. 1, 2, 3. Надо бежать, пока за мной не пришли. Они уже бегут за мной. Попробую отсюда живым выйти. Как
как бы, да, здесь стрелять наобум вообще нет смысла, потому что я плохо умер на самом деле. Очень плохо, надо было по-другому упасть. Здесь стрелять навскидку вообще нет смысла. Потому что либо это слишком мало урона наносит, либо пули просто мимо пролетают. Я думаю, на среднем уровне сложности, на самом, наверное, сбалансированном, миссию проходить вообще очень легко. Да вообще все миссии в игре проходить легко. Так, я его убил, все. Тут хорошо, что оно автосейв сделало. А то мне потом еще убивать его еще раз придется. Попробуем на этот раз аккуратно. Только у нас нет ни гранат, ни нормальной пушки. Только этот долбанный револьвер. Но каким-то образом я попадаю по головам. Так, он умер, он умер. Ай, там тип с томиганом сидит. Так, я убил томиган. Одной проблемой меньше. Ну, вернее, одной глобальной проблемой меньше. Он умер или нет? Не хочется проверять. Да, отлично. Я думаю, этих патронов более чем хватит. Но за нами уже бегут. Что происходит? Он пытается выйти? Здесь заперто. Главное не попасться на томиган. Я на него попал. Но там еще внизу была аптечка. Буду тупо бежать к аптечке. Стоп, а нам разве... С этой стороны идти? Ой, не того убил. Бывает. Тут журнал. Значит, можно внутрь зайти. Сам высунулся. Думаю, надо перезарядиться. Два патрона уже роли не сыграют. Ой, блин. Я понял, это вы помогаете. Вышло эпично, но я много раз погибал, по своей же глупости. Тем не менее, это была глава под названием «С днем рождения», мы убили Гилотти, и надеюсь, что проблем теперь у семьи Сальери станет поменьше. Ну что ж, это был Демпси и очередная глава «Мафии Definitive Edition». Всем спасибо за просмотр и пока!